В Самаре стартовали традиционные августовские педагогические встречи. На них подводятся итоги предыдущего учебного года и строятся планы на новый. Задаются ориентиры всей системы образования. Сегодня в Самарском медико-техническом лицее прошло городское педагогическое совещание руководителей учебных заведений с участием главы Самары Елены Лапушкиной. Город Самара и Самарский регион очень много делает для того, чтобы самарское образование занимало достойное место. Вкладываются очень серьезные деньги и в строительство новых школ, в строительство детских садов. Конечно, особый толчок нам дали и национальные проекты образования, демография. Все образовательные учреждения Самары готовы к новому учебному году. На повестке совещания городского педагогического сообщества вопросы обеспечения безопасности в преддверии 1 сентября, работа с одаренными детьми, качество и доступность образования. На сегодняшний день у нас идет строительство двух детских садов на 112 и 130 мест, с ясенями, в том числе местами на Подшипниковой улице, на улице Ташкентской. 1 сентября, как было сказано, открывает свои двери для учебной уже деятельности. Это школа номер 26 на 5-й просеке и школа номер 68 на 1200 мест в Новой Самаре. В новом учебном году придется жить в условиях пандемии, поэтому соблюдение санитарных мер – одна из приоритетных задач для учреждений образования. С прошлого года вы организовали работу по выполнению требований новых санитарных правил. Измерение температуры, обработку рук, помещений – обеспечение минимизации контактов детей. Важно продолжать неукоснительно соблюдать эти правила и в новом учебном году. Одна из основных задач на грядущий учебный год – укрепление кадрового потенциала педагогов. Для этого будут доступны лекции и мастер-классы по актуальным вопросам развития науки. Ольга Хамракулова, Василий Колдашов. События.